Твери продолжается кампания по ремонту дорог. Работы ведутся в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего в этом году в порядок приведут 46 улиц Твери общей протяженностью более 61,5 километра. Подробности далее. В столице Верхневолжья кампания по ремонту дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» идет уже второй год. В 2019-м работы прошли на 27 объектах улично-дорожной сети протяженностью свыше 35 километров. Всего же за 5 лет, на которые и был рассчитан план, в нормативное состояние приведут более 265 километров дорог. Это серьезный горизонт планирования, который даст возможность и нам, и дорожникам, Минфину, но самое главное гражданам Тверской области и нашим гостям иметь представление о том, как идет ход дорожного строительства. Это придаст дополнительную привлекательность инвестиционную нашему региону, повысит и качество проживания, ну и, конечно же, безопасность передвижения по нашим дорогам и автолюбителей, и служебного транспорта. Первым объектом, на котором начались ремонтные работы в этом году, стала улица Хрустальная в Заволжье и ее продолжение в сторону ТЭЦ-3. На сегодняшний день укладка дорожного полотна протяженностью более 3,5 километров здесь полностью завершена. Остались лишь так называемые косметические работы. Работы ведутся уже вне дорожного полотна, осуществляются работы по обустройству тротуаров. Что касается других объектов, то на Сахаровском шоссе сейчас ведется фрезерование дорожного полотна, установка бортового камня, укладка тротуаров. На улице Маяковского – демонтаж рельс, разборка межрельсового пространства и укладка на его месте слоя основания. На Третьяковском переулке идет установка бортового камня и укладка тротуара. Кроме того, уже заключены контракты на приведение в порядок 28 улиц Московского, Пролетарского и Центрального районов Твери общей протяженностью почти 30 километров. Подрядчики выйдут на работу уже на этой неделе. Это серьезные организации, которые имеют достаточный опыт работы на федеральных объектах. Одна из них – это АБЗ «Дорстрой», и вторая – это «Экодор». Одна из организаций выполняла работы на территории Тверской области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в прошлом году на региональной сети дорог, продолжает работать также на региональных дорогах в текущем году. То есть это две серьезные организации. Несмотря на отличную репутацию подрядчиков, контролировать выполненные работы будут несколько ведомств. Это Министерство контрольных функций, Департамент дорожного хозяйства Твери, Территориальный дорожный фонд, Организация «Стройконтроль», которая является независимым экспертом. Также отметим, что сроки выполнения работ по всем районам города одинаковые – до 30 сентября.